Сыночек мой. Ты больше изменился, брат, чем я предполагал. Рад, что у тебя все хорошо. Обо мне не беспокойся. Господи, Господи, да чего ж дожили дети мои? Довольно, довольно. Тише. Тише, соседи услышат, прибегут. Не дай бог, подумают, беда у нас в доме. Иди, иди. Дети мои, дети мои. Да поможет нам Бог. Аминь. Я вижу... Ты изменил своей манере приходить на свидание. Явился вовремя. Пока ты не заслужил от меня оскорбления. Не понимаю. Ты назначил время, я пришел. Положился на слово брата. Если бы я явился с опозданием или выслеживал тебя возле дома, это бы значило, что я тебе не доверяю. Но кто-нибудь мог воспользоваться моим именем, устроить ловушку? Что тогда? Между нами отец был посредником. Кроме него никто не знал о нашем уговоре. Кто ж в таком случае мог устроить мне ловушку? Случай. Случай. К этому я готов всегда. Где твое оружие, Датэм? Кроме этого, с собой ничего нет. Остальное спрятано. Собственно говоря, зачем мне быть в полном вооружении? Что бы ты обо мне подумал? Я могу думать все, что мне угодно. Ты все-таки пришел с оружием. Считай, что у меня такая привычка. Я действительно не могу быть совсем безоружным. А что у тебя там? Наган. Интересно взглянуть. Покажи. У тебя стали нервы пошаливать. Да, брат, нехорошо. В твоем возрасте вроде рановато. В чем дело? Пусть сам скажет. Значит, ты так поддался страху смерти, что способен
на самоубийство. Мне горько это слышать, Дата, сын мой. Что? Что ты имел в виду? Ты же сказал. Случай. Успокойтесь, дети. Твоя смерть не будет только твоей смертью, Дата. Муж не об этом знает. Это позор и смерть для всей семьи нашей. Мама, если бы я сделал то, на что вы и Дата сочли меня способным, мне бы следовало покончить с собой, чтобы у вас не было такого сына и брата. Это не тот разговор. Род наш, значит, не вами и не вами кончится. Помните об этом всегда, дети мои. Мама, ни один из нас не совершит поступка, позорящего семью. Хорошо, я больше не буду говорить. А я хочу сказать им. Если муж не позовет тебя еще раз, и ты не поверишь в его братство, все-таки пойди. Но возьми с собой оружие и ускользни из ловушки, если случится вероломство. Ты это сумеешь. Скройся, чтоб тебя не нашли. А если увидишь, что брат готовит тебе смерть, не щади его. Но сделай так, чтобы ни один человек не узнал причины. Если в семье один из сыновей окажется подлецом, второй должен сделать все, чтобы позор его подлости не запятнал честь рода, чтобы семья осталась чистой для будущих поколений, чтобы в глазах людей мы не видели укора себе и насмешки над собой. Я учил вас обоих. У себя на родине ты должен быть посланником своей семьи, вдали от отчизны, посланником родины. Твои поступки здесь — лицо твоей семьи. На чужбине же они — лицо твоего народа. Вы сказали, отец, чтобы я шел к брату с оружием. Не будет ли это оскорблением нашему братству? Будет, конечно. Не торопись. Случай, говорит муж, но ведь может быть и не случай, правда? Все может быть. Представьте себе, я попал в такое положение, что мне уже не выкрутиться. Люди обязательно скажут, брат брата послал на каторгу или там на виселицу. Как в таком случае поступить человеку? Человеку, с того момента, как тебе свяжут руки, и все время, пока будут вести тебя к виселице, ты должен кричать, убеждать всех, брат ни при чем. Все подстроено врагами моего брата. Хорошо, отец, но где тогда место моему сердцу и моей воле, хотя бы до того, как меня повесят? Тяжкий путь уготован тебе Господом Богом. Не находишь ты себе места. Стоит ли цель всей жизни таких мучений? Когда ты готовил пулю, ты думал только о себе. О последствиях ты и не вспомнил. Махнул на них рукой. Значит, человек умереть не может, когда захочет. Братья, столько времени не виделись. И у вас нет добрых слов друг для друга. Это я виновата. Не научила вас любить друг друга. Наоборот, мама. Жизнь развела нас по таким дорогам, что другие на нашем месте давно бы уже стали кровными врагами. Скажи, зачем ты меня звал? Когда стемнеет, я уйду. Да, так лучше, пожалуй. Скажи, Дата, что ты намерен делать в будущем? Как жить? В монастырь собирается. Постриг решил принять. Мать Ефимия пообещала пристроить ее где-нибудь в России. От того, что ты мне скажешь, муж, не зависит и мой ответ. Петербург меня переводит, Дата. И большую должность предлагаю? Да, очень. Такую большую, что министром, конечно, я не буду, но влияние при дворе приобрету огромное.
Стареют наши сыновья, Тамар. У каждого свой путь. Теперь уже поздно их оплакивать. Мама, я смогу лучше выполнять свой долг перед вами. Чего ты ждешь от этой перемены? Чин тайного советника. Это само собой разумеется. Многого жду. Прежде всего, не сомневаюсь, что смогу приносить больше пользы своему отечеству. На такой должности можно сделать немало. Многие принимали высокую должность с такими же прекрасными намерениями, но, приняв ее, не выполнили ни одного из них, потому что на царской службе тебе придется делать не то, что тебе нравится, а только то, что на пользу трону и во вред твоему народу. Вы ошибаетесь во мне, отец. Я служу трону, потому что пока лучшие перспективы для своего народа себе не представляю. От своей новой службы я чего-то жду и для себя. Мне удалось выполнить немало сложных дел. Но я человек и хочу большего. Я должен знать, где он, предел моих возможностей. Мне нужен простор. Что ж, это все правильно, Мушни, но мне кажется, тебе что-то мешает. Скажи заодно и об этом. Понять легко. Один брат-брак, другому представляется возможность получить высокий пост в Петербурге. Как это совместить? Продолжай. Дата много выслушал упреков. Все упрекали, но никто ничего не посоветовал. Кроме уважаемой матушки Ефимии. У меня есть одно предложение. Я согласовал его с министром внутренних дел. Дата явится в полицию. Его приговорят к нескольким годам тюремного заключения. Срок он будет отбывать в Грузии. Я беру на себя ответственность перед семьей, перед братом и перед своей совестью, что все будет именно так. Да, но... Прошу вас, отец, не будем об этом говорить. Дата, я даю тебе 6 месяцев на размышление. Если он примет предложение, я буду рад. Если нет, останемся друг для друга тем, кем были. Пусть будет так. Значит, вопрос исчерпан. Я подумаю, брат. Искренность нашего братства, Мушни, дороже всего, что мы имеем.